Уральская усадьба представляет. Навес над бассейном. У бассейна капитальные стены. Сверху сделана светопрозрачная конструкция в виде ферм, покрытых поликарбонатом. Данной конструкции 12 лет. Поликарбонат пришел в негодность. Клиент попросил поменять поликарбонат. Новый лист стоит. Подготовили. Вся сложность заключается в том, что бассейн теплый. Грубо говоря, используется зимой. И чтобы не выморозить конструкцию, придется один лист снял, вымерил по нему новый, лист сразу же положил, чтобы тепло сильно не уходило. Сейчас как раз происходит демонтаж. Парни ползают. Один сметает снег, другой откручивает термошайбы и прижимает банки. Поликарбонат 16 мм, многокамерный, точнее 4 камеры, 15 лет, завод-изготовитель дает гарантию. Итак, произведен демонтаж первого листа. А также козырькового листа. Вот такой был лист. По форме выпилен новый лист на покрытие. Сейчас снимем с него защитную пленку, заклеим торцы пертолентой и будем монтировать на место. Итак, второй день работ по перекрытию конструкции поликарбонатом. Половина уже сделана. Сейчас посмотрим. Если камера передаст, то разница на лицо. Вот это новый лист уже. Справа от него два старых. Внутри бассейн. Так закончен монтаж крыши над бассейном. На всю крышу было использовано 7 12-метровых листов. Остались небольшие обрезки. 5 листов у нас ушло на покрытие. 2 листа на торцы. Были использованы планки прижимные, которые стояли до этого. Это алюминиевый профиль. С резинкой. Также все засиликонено, чтобы нигде по желобкам не бежала вода. Другой торец. Напоминаем, использовался поликарбонат толщиной 16 миллиметров. Срок службы производитель заявляет 15 лет.
так это все выглядит изнутри. Крокодил под пленкой.